have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в The Thor, и перед тем, как мы сейчас напрямую пойдем именно к ведьме, я тут во время монтажа кое-что увидел, хотел бы с вами сейчас туда прогуляться, посмотреть, возможно это что-то, возможно это ничего, я не знаю, вот эти вот горшочки. Привет, чувак, а что если мы их зажжем? Я, вот, видите, тут секреточка. Я так и предполагал. Я, правда, думал, что горшочков будет там 2 или 3. Ну-ка. О-о-о. Это что, типа паркур, что ли? Блин, страшно, у меня же не геймпад все-таки. Да вы издеваетесь. Вот он чуть лежит. Фух. Тут подушки, тут, кстати, комната такая уютная. Ну-ка. Старая фотография. Какая милая пара. Интересно, они жили долго и счастливо? Но я так полагаю, что это у нас... нет, не так. Так, так. Я думаю, что это ведьма и старая фотография. Выцветшее фото новобрачных, драгоценная память о лучших временах. Похоже, что кто-то использовал ее как черновик. Прикольно. Ничего полезного, но прикольно, что мы это нашли. И прикольно, что секретку нашли. Там вроде больше ничего такого не было. Да, тут все эти уже остальные зажжены. То есть у нас, когда появилась возможность зажигания огня самому, а не через какие-то факелы, у нас появились... Ну, я начал смотреть на вот такие вот вещи. И пока что, ну, нашел только одну. Возможно, я где-то еще пропустил. Возможно, нет. Надеюсь, на самом деле, что нет. Вот это мне уже начало казаться. Так, это у нас семечко, это у нас тут все. Это нам вниз, нам вниз. Вот в эту вот дверь. Одной получится зажечь две. Да, получится. Супер. Ну что ж, нам туда. Похоже, сейчас будет один из больших босс-файтов. Если вы спросите, готов ли я. Нет, ни разу. Но ключ у меня есть, хорошо, поехали. А что у нас там по душам, кстати, я не посмотрел. Ну ладно, вроде нам не хватало на прокачку душ. Семечки у нас есть, жизни у нас есть. Поехали. Страшненько. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ладно. Ведьма так ведьма, поехали. О, смотровые комнаты. Под керамическим поместьем. Ну, это понятно. Я почему-то думал, что мы сразу к боссу приедем. А тут еще целый левел. Ну, это классно. Это интересно. Только надо сейчас не зевать. Надо смотреть внимательно. Вот это было похоже, например. Что это за место? А, серьезно? Ударный механизм. Вот это интересный лифт, кстати. Тут ничего нету. Ну так странно едет, не наполовину, а вот как-то... А потом его примагничивает. А, интересно. Вообще больше напоминает какие-то то ли шахты. Семечку я с радостью подберу. Спасибо. Интересно, что это за банки такие зеленые. Я понимаю, какие-то алхимические, но все же.
И все. Лифт. О. Это интересно. А запрыгнуть я не могу туда? А, я... я же забыл, я прыгать-то не могу, у меня же только перекат есть. Хорошо. А, они оттуда аж прям подпираются. Тут есть какая-то штука. Ладно. Это нельзя трогать. Пойдемте наверх, это не зря тут. Такие прям конвейеры. Вот это хочу. Нет. Нет. А зачем я тогда здесь? Ребят, в этой игре ничего просто так не бывает. Ха-ха-ха! Я же сказал. Как они прикольно туннель под землей нарисовали. Привет. Это очень красиво сделано. То есть, чтобы проникнуть в такую штуку, на нее нужно упасть сверху. Я понял, спасибо. Это, по сути, просто секретка, да? Да. Нам там больше делать нечего. Мы могли тут туда поехать еще вот таким вот об... А, таким образом мы туда не поп... Все, я понял. Я же говорю, тут ничего не бывает просто так. Лифт. Ну, это не лифт. Лифт это что, что поднимает? Мне вот эту штуку зажечь надо. А как? Я если... Если я зажгу сверху, там откроется дверь, я уверен. Хорошо. Меня вполне устраивает. Бонусы собирать нужно, потому что... Вот, смотри, 449. Мне еще 151, и я могу прокачать себе следующий навык. Они там сейчас по 600 вроде идут. Я очень надеюсь, что я сейчас... Эш, блин, вы видите это, да? Погодите, я вернусь, потому что там был еще лифт, и там были еще вещи, за которыми можно сходить. Я бы сходил, на самом деле. Вот это вот выглядит очень... Даже... Я не хочу случайно или нарочно что-нибудь пропустить. Я более чем уверен, что мне надо сюда. Как я туда попадаю? Погодите. Отсюда никак, да? Хотя... Секундочку. Сюда еще можно, кстати, упасть. А стоит ли? Нет, не стоит. Ясно. Но это надо было проверить. Жалко, я хпшку свою на это потратил. Так. Возможно, этот фокус с двойным дном. Сейчас посмотрим.
Нет, сюда как-то по-другому надо. Возможно, отсюда. Ладно, хорошо, понял. Но нам туда наверх надо, это 100%. Главное не упасть с этого лифта теперь. То есть надо как-то попасть сюда наверх, зажечь вот эту штуку, откроется вот эта фигня. Поехали на этом лифте скатаемся, посмотрим, что они нам предлагают. Нам тут предлагают горшочки разбить. А еще подняться выше, а это важно. А, вот. Стоп, вот это ничего. Смотрите, он какая-то фигня глазастая. А, все гораздо проще. Ну да, да. Тут у нас еще сотенка лежит, суперский. Еще 51. 51 это, по сути, не так много. Значит, сюда это правильный выход. Тут мы все бонусы собрали, а сюда у нас правильный выход. И тут мы тоже все бонусы собрали. Можно просто ехать дальше. Так, минуточку, проверка. Вот две. Нет, я по одной собираю. Ладно, хорошо. Приехали, поехали. У нас сейчас получается 25%... Ну как 25%? По уровню-то они скелятся по-другому, имею в виду по душам, а по... Подождите, тут явно же не все, да? Да ну, такое место, серьезно. Ладно, поехали. Я думаю, там до конца ехать не стоит, потому что я упаду. Я могу. Это вполне в моей власти. Блин, только что что-то так и не сделал. А зачем вот... Ладно, пойдем. Возможно, я слишком придираюсь. Вы потом еще в комментариях будете говорить, что я придираст. Так, 4 лифта, один отсутствует. Он вон там. Хорошо, пойдемте с этой стороны посмотрим. Это я с удовольствием разобью и заберу. Сюда можно дропнуться. Зачем? Ладно. Пойдемте дальше. А, мне вот сюда надо. Мне сюда надо. Погодите. А сюда я могу попасть через вот эту штуку. Там... Так, у меня есть предположение. Что если... Да, видите? Если в эту фигню выстрелить... то оно работает так же, как удар. Наверное, даже можно было еще и огнем. То есть его можно привести сюда, а вот через него уже добраться до секретика. Что за блобов она тут выращивает? Так, аккуратненько. Вот эта штука мне просто необходима. Какой-то на этот раз кристалл бы, ну, зеленый, скорее всего, да? Да, зеленый. Было бы странно, чтобы из зеленого чувака красный кристалл вылазил. Теперь у вас два. Найдите еще два. Постараюсь, постараюсь. Теперь сюда можно дропнуться, но зачем? Если мы вроде как уже тут все собрали. Думаю, тут никаких других-то нету. Это очень весомый бонус, поэтому я думаю, что других-то бонусов тут никаких нету. Можно потихонечку чапать дальше. Так.
Мне нравится сам факт вот этого вот решения загадок. Кстати, там уже она стоит. Ты своего внука поймала? Ну ты молодец, конечно. Я же предупреждала тебя, ворона. Ну просто тебе не занимать, даже не знаю, в качестве мудреца или глупца. Ах, конечно же, глупцов. Прошу меня извинить. Мне нужно уединение, чтобы проучить твоего юного негодника. Надеюсь, он возьмется за ум. Которого у него нет, у него каша вместо мозгов. Ай, каламбур за 300. Ладно. А теперь... А вон отсюда! Я вижу там уголечки, его надо поджечь. А вот это что за место? Ну хорошо, странная дверь, у которой механизм при открытии отваливается. Ох ты ж. Внутренние печи. А, это дверь, стой. Я такой, я эти двери так давно не видел, я такой, о, что это? Потом, а, ну да, точно, это же дверь. Так, это вот боковая дверь, зал врат. Хорошо, мне чуть-чуть не хватает, я позже вернусь, спасибо. Где бы достать полтинничек-то, а? Полтинничек-то где бы достать? Так, мне нужно поджечь здесь, поджечь там. Это все понятно. Отсюда я никак никуда не попадаю. А, эти поджоги дадут мне мост. Все, я понял. Наверное. Мне кажется. Почему мне кажется, что я что-то упускаю? Ну-ка. Проход здесь. Проход здесь. Но тут я нигде подняться-то не могу. Ладно, пойдемте. Если что, вернемся. У нас в любом случае тут дверь, так что, ну, как бы... Должно же быть не проблема, да? А-а-а, они будут сейчас туда-сюда ездить. Я понял. Блобы. Как я и предполагал, блобы лопаются. Но, в принципе, ничего страшного. Это вот эти блобы из... из ада. Из ада. Да, едь уже. Так, окей. Идем сюда. Новая механика загадок. Нет, 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 нет. Уйди от меня. Так, тут я больше ничего не могу сделать, да? По идее, я даже дропнуться сюда не могу. Угу, понял. Я такой, да, я сейчас приду прямо к боссу. Ага, тут еще целый уровень. Я вообще-то отбиваю. Да я же их отбиваю, ты чё, чувак? Блин, а он меня убьет сейчас. Убил. Углежок. Так, ладно. Ну, это глупо. С моей стороны, конечно же. Ай, вот это все вокруг сейчас... Спасибо. Ладно. Сам натупил, сам виноват. Хорошо. Не, ребят, с вами мы уже разговаривали. До свидания. Раз игра у нас тут типа Dark Souls, и поступать мы будем примерно так же. Один раз монстров убиваем, второй раз, ну, как бы уже все. Мы с вами уже сражались, зачем мне второй раз?
Дружище, иди отсюда. Понимаете, с них экспы ты не нафармишь. Ай, блин! А, он своих тоже убивает, нормально. Молодец. Вот сюда стреляй. Спасибо. Перекат, перекат! Сюда стреляй. И все? Блин, ну это такой мини-босс, конечно. Мне даже семечку на него пришлось потратить и сдохнуть один раз. Ну, в принципе, ладно, нормально, проходимо. Крутись, крутись там дальше, давай, удачи тебе в твоих свершениях. Так, тут вроде у нас все. Едь сюда! Горшок неудачник. Ладно. Просто он такой, его взяли и уехали от меня, пока он крутился. Ладно. Ой, я и так могу. Ай-яй-яй-яй, больно! Кувырок. Нормально. Если я потом найду какой-то шорткат к двери, я там подлечусь. Причем горшочки-то с хилкой одноразовые, если что. То есть ты там вырастил одно семечко, и все, и молодец. Ну просто с 10 семечками я такой подумал, что я могу себе позволить подлечиться разочек. Вот это вот странное место. Вот почему здесь? Это что же платформа? Ладно, пойдемте дальше. А, ну вот еще один горшочек есть, но тут я пока лечиться, наверное, не буду. То есть у меня еще 2 хпшки, я могу себе позволить еще немножечко пофликсовать. Не получилось. Это... 4 экспы! 3 экспы! Мне еще 3 каких-то маленьких мобика нужно. Ой, там семечко есть. 3 маленьких мобика, и я смогу... А как мне туда попасть? Ладно. Явно же вот так. Спасибо. Так. Теперь мне надо дальше. Дайте я парочку мобов завалю здесь и пойду уровень себе качну. Посмотри на этого блоба. Ну-ка. Ладно, я тебя понял. Пойдем. Есть. Опа.
Ну, по принципу всех блобов, оно, типа... Нормально. Нормально. То есть... О, все, уровень. Пойдемте. Пока я просто недалеко, я предпочитаю пойти прокачаться сейчас. У нас тут есть лифт-шорткат прямо сюда. Заодно подлечимся. Не, по-моему, все пучком. Так, что мы теперь, правда, будем качать? Ну, я думаю, я буду просто по очереди качать. Так как я до этого и делал, мне нравится все. И скорость, и стрельба, и бой. Ну, то есть, я не вижу тут никаких исключений. Да, добро пожаловать. Желаешь, конечно же, желаешь. Способность ближнего боя. Этот показатель вы повысите урон от оружия ближнего боя, а также радиус удара. Вот. Мне это нужно. Снизьте скорость перезарядки. Увеличьте скорость очередности атак. Ну, блин, ну да, тут нужно все. Поэтому покупаем вот эту штуку. И чешем дальше. Тот гиперблоб, наверное, он возобновится. Он же даже не мини-босс. Он даже не гражданин. Ладно. Пойдемте. Даже не знаю, хочу ли его... не, нормально, он тут. До свидания. Ну, просто я с него сколько получу? Ну, хотя 6-7 опыта. Ну, смотрите, мне нравится. Мне нравится. Урон реально вырос. Приятно. Ты, каракатица? Так, ладно. Мне не нужен стрелок, который будет меня ожидать на подъезде. До свидания. Хорошо. Все, за одну атаку мы их сносим. Это уже приятно. Это мы два раза урон прокачали себе, чтобы за одну атаку их сносить, да? За один выпад, имеется в виду. До свидания. Я просто уеду от тебя, и все. И этих мы за одну атаку сносим. Ой, вообще суперски. Офигенчик, мне не надо к ним подходить. Я тебя видел. Я вас всех перебью. Валим. Я мелкого убил, кажется. Да, нормально. Ах, как красиво сейчас получилось-то. Так, а нам тут больше ничего не надо, точно? Хорошо, поехали дальше. Я не против. Оставляю за собой горы трупов и выжженную землю. Перекат! Ух ты ж! Ах ты ж гада кусок. Ху. О, семечко. Я не хочу на это наступать, а вдруг я провалюсь. Ну ничего, вроде как тащим потихонечку. Ладно.
Один разочек нас хитанули. Это неприятно, конечно, но и не проблема. Not great, not terrible, да, как там, цитируя классиков. Ой, давно мы тебя не видели. Молодец. Мозга, блин, как у улитки, и то меньше. Подлечиться можно, но я думаю, я не буду этого делать. До свидания. Я думал, он на меня побежит. Получил? Я упал? Стреляй. Я на них, короче, засмотрелся и просто свалился вниз. Просто урон из ниоткуда. Обидно. Интересно, вот эти места, тут есть смысл падать-то в них или нет? Тут 4 ямы. Я думаю, ни в одну из них. Хотя, кто же знает-то. Ладно, поехали. До свидания. Минус. Минус. Они такие висят. До свидания. Давай, давай, давай. Я жду тебя. Медленно, правда, стреляет. Я его нафиг не хочу. Так, тут ничего больше нет. Не падаем. Отхавал? Физика тут просто, ну, божественная. Мне очень нравится, как это все происходит, как оно все разлетается. Вот прям... Вот так должно быть. Блин, мне кажется, что я где-то пропускаю какие-то секреты. Я не понимаю, где, но мне кажется, что... Я что-то где-то упускаю. Ладно. Надеюсь, что нет. Просто эта игра настолько пропитана секретами. Так, явно мне нужно и туда, так? Или... Ну, давай подожгу отсюда его. Чтобы не на ходу это делать. Но там вроде больше ничего нету. А зачем мне сюда? Погоди. Нет! Бесит. Ладно. Блин. Вот что ты за мелкая гадость? Ладно, мы вроде тут недалеко. Давайте, ребята, на этом серию закончим. Дальше сейчас пойдем. Я, наверное, подряд запишу вторую серию. Но пока что, пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. Всем покеда.